Традыцыйна самая буйная запатрабаванасць у новых метрах у Брэсце, Баранавічах, Пінску. Вось тут і будуецца больш за ўсё шматкватэрнага жылля. У малых гарадах і сельскай мясцовасці плануецца ўзвесці 119 тысяч квадратных метраў. Больш палова ад усіх пабудаваных сёлета квадратаў, 350 тысяч, для грамадзян, якія стаяць на ўліку для паляпшэння жылля, у тым ліку шматдзетныя сем'і. На 1 января 2020 года па вобласці стаюць чуць больш 7900 многадзетных сямей, з них почти 5000 улучшают жилищные условия. Это в составе многоквартирных жилых домов, это индивидуальное жилье, покупка, реконструкция, ну и другие. Средняя стоимость квадратного метра по итогам прошлого года составила 937 рублей. Вот, по текущему году предельная цена определена для данной категории, то, что касается государственной поддержки, в объеме 1082 рубля. Один из самых активных забудовщиков жилья для шматдетных семей – Прожилбуд. В прошлом году нами было введено около 134 тысяч квадратных метров жилья. Ну, так, для понимания, это 25 домов и около 2000 квартир. Значит, на этот год у нас планы стоят еще больше. Нам надо ввести 161 тысячу квадратов. Это где-то в районе 20-30 домов. И если брать прошлый год, 19, значит, около 87% было это жилье с господдержкой. Ну, на этот год процент практически такой, это 85%. Доля будаўніцтва прыватнага жылля ў рэгіёне складае 50%. У гэтым напрамку асвойваюцца новыя тэхналогіі – дамы жалезабетонных панеляў. С прошлого года область разрабатывала два квартала застройки – это Дубова 4, под строительство панельных индивидуальных жилых домов подрядным способом. И в городе, и в Жабенковском районе квартал застройки тоже для строительства панельных домиков. Вот. В прошлом году нам удалось построить два жилых дома силами Брежилстроя. Сейчас анализируется возможность, так скажем, массового применения его за счет строительства именно подрядчиков. Усяго ж в области сёлета плануется пабудаваць 650 тысяч квадратных метров жилья. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».